Приехал вот на рыбалку, жду. В общем, на донках малек повешен. На удочке тоже малек стоит. Ловлю на дону в не самом привычном месте. Ну, пока вообще тихо. Что-то поклевок вообще нет. Ловлю где-то, может быть, полчаса. Ну, в общем, малек хороший. Наловил вчера на речке Тавровки. Ну, ничего, выпущу, если совсем ничего не клюнет. На Дону льда вообще нет нигде. Ни у кромки воды, ни дальше, тем более. Ну, в общем, тепло, хорошо, но не клюет. На Дону. Ну вот, как итог, ни одной поклевки вообще, что вообще очень странно. По идее, окунь тут точно должен быть. Ну вот, не хочет он клевать на живца сегодня, то его хоть убей. Может быть, место не то, может быть, еще какая-то есть причина, может быть, вообще надо было на Воронеж ехать ловить. Но сейчас нет холода. Все дороги размокшие. Поэтому и не поехал никуда. Встал тут недалеко от моста понтонного. Погода почему-то как-то изменилась. Такое ощущение, что дождь пойдет или снег. Может, малек ему не нравится. Хотя мальки хорошие. Может быть, еще что-то. Ну, клевать сегодня явно не намерена рыба. А очень жаль. Хотелось бы какого-нибудь ноябрьского окуня поймать. Все листья облетели. Ну, хотя бы был бы какой-нибудь клев, хотя бы поклевки 3 увидеть. Не то было бы приятно. Чтобы еще теплее на душе стало. Но, к сожалению, вот так вот. Хотя вот этот подъемник мой с мелкой ячеей вообще вещь отличная. Есть у меня тут кан. Наловил я немножко малька. Ну вообще зимой применять вообще вполне себе удачное решение. Тем более у нас тут есть водоемы, которые практически не замерзают даже и зимой. Да, рыбалка сегодня неудачно сложилась, не клевала совершенно. Сейчас выпущу мальков. Хоть доброе дело сделаю. Перемещу из одного водоема в другой. Дон, я считаю, это такой большой ребус, который нужно все время разгадывать. С той или иной наживкой, с той или иной глубиной. Конечно, интересно, но иногда получаются и такие рыбалки.